45-летний Марат Башаров рассказал о своем романе с 45-летней Татьяной Навкой. Скандальный актер признался, что олимпийская бросила мужа ради жизни с ним. Роман актера и фигуристки начался в 2006 году на съемках шоу «Звезды на льду». На тот момент Марат был женат на Елизавете Круцека. Впрочем, он не отличался верностью в том союзе. Сама Татьяна была замужем за Александром Жулиным. Башаров рассказал, что Елизавета Круцека его постоянно ревновала на протяжении всего романа с Навкой. «Было все, по гаражу от нее бегал, люлей получал. Запирала меня дома, а я кричал: „Выпусти меня, я хочу к другой“», — заявил любвеобильный актер. Он признался, что роман с Навкой начался не с первого взгляда. «Как-то все по нарастающей пошло, и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись. Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго», — рассказал Марат. Он подчеркнул, что роман длился около 2 лет, но потом они решили расстаться. Отношения оказались осложнены постоянными разъездами и гастролями. Нас держала общая работа. А затем это все закончилось, и вместе с этим льдом мы поняли, нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга. «Очень», — признался актер в эфире шоу Лёры Кудрявцевой и «Секрет на миллион». Недавно бывшая жена Марата Башарова ударила его на глазах сына. Актер сам признался, что часто влюбляется в красивых женщин. Экс-супруга актера не готова возвращаться к нему.